До Нижнего Новгорода ураган не добрался. Нижегородцы почувствовали лишь его отголоски. И, пожалуй, единственный серьезно пострадавший – это житель улицы Яблонева в Нижегородском районе. Там ветер повалил деревья и линии электропередачи. В итоге люди вторые сутки сидят без света. Это прорвало. Видите, обвис, его оборвало. Взял, погас свет. Мы сначала думали, что на немножко, а потом опять прошло немного времени. Там сказали, что якобы провода, они, наверное, запутались. Вечером очень сильный ветер, да, вечером. И, соответственно, да. У нас меня вон на балконе березы это под окном. На это чуть этот не снесло крышу с балкона. Со свечками вчера сидели. Да еще у нас есть этот фонарик. С этим фонариком вот ходим в туалет, чтобы посветить. Холодильник. Все течет. Смотрите, вода. Вот, видите, молоко все скисло. Майонез скис. Творог, соответственно, тоже. Все выбрасывать, все выкидывать. А зачем эти деревья? Давно уже пора спилить. Но у нас то у администрации нет денег, то у города нет денег, то еще у кого-нибудь нет денег. Между тем, в администрации района сообщили, что бросили все силы на устранение аварии. В ближайшее время электричество будет подано. Но что касается погоды в целом, то таких ураганов в ближайшее время не ожидается. Всю эту неделю на улице будет тепло, но периодически будут идти дожди. А к выходным в городе установится по-настоящему летняя жара до плюс 30 градусов.